Последний звонок 2020 для камчатских выпускников прозвенит в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Торжественное событие пройдет 5 июня. В правительстве Камчатки заверили, что без праздника выпускники не останутся. Традиционные поздравления и виртуальные мероприятия пройдут в сети интернет. Также в преддверии праздника запускается флешмоб «Школьные годы чудесные», в рамках которого каждый выпускник может выложить в своем инстаграм-аккаунте фото любимых учителей, фотографии с уроков, школьных походов, праздников, а также коллаж фотографий на тему «Я первоклассник» и «Я выпускник». В описании публикации отметить хэштеги «Школьные годы чудесные 41». Также выпускникам этого года предлагается записать короткое видео со словами благодарности родной школе, учителям, одноклассникам. Ролики можно прислать в мессенджер WhatsApp с пометкой «Спасибо школе». Они появятся на главном городском экране в центре Петропавловска. В этом году последний звонок прозвенит для более чем 3000 выпускников 9 классов и более 1500 11-классников Камчатки.